Около 1000 студентов, учащихся школ творческих коллективов, объединились вместе, чтобы провести масштабный флешмоб, посвященный городу Бендеры. В этом году он отметит 610-ю годовщину со дня основания. После нескольких месяцев репетиций сотни неравнодушных бендерчан в синхронном танце решили проявить свою любовь к городу. Мы, конечно, готовились. Изначально был размещен учебный видеоролик. Каждый мог скачать и самостоятельно дома выучить данные движения. Также мы, конечно, частями, группами собирались и репетировали именно финальную часть этого флешмоба. «Это мой город» – такое название получил общегородской флешмоб. Огромное сердце, как знак любви бендерам, уже вырисовывается из людей. Важное место в нем занимают люди с особыми возможностями здоровья. Это воспитанники реабилитационного центра для детей-инвалидов. Мы же часть этого города, часть этой республики, часть нашей страны. И эти дети, они намного тоньше чувствуют все эмоции. И, конечно, им было очень приятно принять в этом участие, потому что, знаете, когда зовут нас в мероприятие наравне с обычными детьми, мы немножко ближе просто к ним становимся. Ну вот как настроение у всех ребят? Да, вот, очень праздничное, просто как бы будний день обычный, а стал праздником. Что бендерчане устроили самое массовое молдавское хоро. Ну что, пройдем и мы? А теперь познакомимся с хореографом флешмоба. Расскажите, пожалуйста, какие танцевальные направления здесь представлены? Мы собрались сегодня медколледжи, гимназии, школы. Мы обучили их танцевальным движением хип-хопа. Как мы не профессиональные танцоры, но, вы знаете, очень хорошо получилось. Я с медицинского колледжа. И как вам, сложно было танцевать? Все-таки это не ваша специальность. Ну, не наша специальность, но нам очень было весело. Мы очень втянулись в этот танец и... Все было очень классно и здорово. Вы сегодня что представляете? Спортивную школу номер 3 легкой атлетики и первую гимназию номер 1 бендерскую. Ну и как вам флешмоб? Как вы разучивали все движения? Сложно было или нет? Дети, сложно было? Нет! Вы откуда? С какой школы? Мы из 15-й школы, мы в 5-м классе. Ничего себе, и как вам вот такой флешмоб? Наверное, сложные были движения все-таки? Ну нет, движения не очень сложные, но мы их сразу выучили, и нам флешмоб очень понравился. Кстати, совсем скоро все, кто пропустил, смогут увидеть этот флешмоб в социальных сетях. Танцевальный видеоролик ищите под хэштегом «Это мой город». Бендеры, мы тебя любим!